Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре Telegram Bot. Динам дают абсолютно без вложений зарабатывать криптомонету Matic. Я вот буду при вас заходить и все делать в режиме онлайн. Если мы перейдем на CoinMarketCap и посмотрим, сколько стоит вот эта монетка. Вот ее название. Вот такой вот матик. 0.88 центов. Цена этой монетки. Я считаю, это неплохо. Давайте. Матик Airdrop. Открыть приложение. Вот под этого человека я зарегистрировалась. Он выложил вот он скрин, то, что платит. Он получил только что выплату. Минимальный вывод отсюда 0.5 монет. Что может делать этот бот? Запустить. Выбираем язык. Русский. Подтвердите, что вы не робот. Пройдите капчу. Так, это что надо? Капчу. На ссылочку кликнуть. И куда это мне? Ага. Надо раскатать капчу. Видите, да, я делаю все в режиме онлайн. Конференц-зал. Так, наверное. Готово. Все. Галочка стоит. Вернуться в бота. Господи. Где этот мой телеграм? Все. Здесь ничего не надо. Я разгадала капчу. Значит, чтобы получить 0.1 монету, подпишитесь на все телеграм-каналы и нажать кнопку «Проверить». Вам зачисляется 0.1 матик за каждого друга, который зарегистрируется по реферальной ссылочке. Так. И, естественно, если вы здесь будете накручивать, то это все как бы заблокируют. Ну, давайте будем подписываться. Первый. Подписаться. Отключаем уведомления. Возвращаемся. Второй. Подписаться. Уведомления я отключаю, чтобы они мне не мешали. Третий. Подписаться. И четвертый. Не знаю. Может, надо после каждого было. Так, да, я ладно, потом проверить. Ага, вот этот стоят три галочки. А вот этот нифига. Что-то подписаться. Включить уведомления. Проверить. Все. Вы получили 0.1 матик. Ваш баланс 0.1 монета. Кликаю в меню. Значит, что у нас здесь? Так, мой старт. Это что?
Что у нас? Вы уже получили свое вознаграждение. Ага. Далее. Мой баланс. У вас на счету 0.1. Матик. Мои рефералы. Реферальная ссылочка, друзья. Находится в вкладочке «Мои рефералы». Далее вывод. У вас недостаточно баланс 0.5 монет. Далее, что у нас идет? Так, вывод, ну и информация. По вопросам приобретения спонсорства, ну вот сюда. Это нам и не надо, но в принципе и все. Кому интересно, заходим. Ну, неинтересно, проходим мимо. Вот такой вот бот. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Теперь что я хочу сказать по выводу, друзья. Ну, вот я, да, показывала вам в начале, что я там зарегистрировалась под человека. Он не рекомендует выводить на биржу. Вот, и я установила вот этот матик себе на Metamask. Еще можно на Trust Wallet, но у меня его нет, этого кошелька. Чего ты не открываешься? Вот, вот, у меня 0 монет. Я только сегодня, вот перед началом видео, я его установила. Как я его установила? Значит, смотрите. Обратите внимание. Вот это полное название вот этого матика, да? У меня есть такая фигня. Называется Chain List. Я вот это название, не матик, а вот это вот название прописала вот сюда. И вот она, моя монета. Я ее добавила в MetaMask. Тут все просто. Я оставлю вот на эту фигню, на вот этот чейн-лист, также в закрепленном комментарии. Тут много монет. Может, кому-то и пригодится. Но прежде чем добавлять, когда вы откроете вот этот чейн-лист, вы также открываете одновременно и MetaMask, чтобы он синхронизировался с кошельком. И все. Вводите вот такое вот название. И у вас появляется сюда. Кликаете просто добавить. Там соглашаетесь. И вот он у вас. Ой. Вот он у вас будет как бы. Ни за что платить не надо. Просто добавили и все. Видим, да? И вот здесь вот сразу адрес копируете. И как бы адрес скопирован. Возможно, вам пригодится. Здесь очень много монет. Сейчас я вот удалю. Здесь будет очень... Вот видите, сколько здесь монет. Если вам надо, это все вот эти криптомонеты, которые можно добавлять в MetaMask. И, пожалуйста, выбирайте, какая вам надо монетка. Любая. Вот только нужно ввести. Но это, конечно, легче. А так можете искать по списку. Вот ищите. Я думаю, возможно, кому-то и пригодится. Также будет ссылочка в закрепленном комментарии. На этом все. Минималку наберу на вывод. Естественно, я собственноручно проверю на вывод. Всем удачи, всем пока.